Знаете, во всех шорт-листах, вот какую команду сейчас не посмотришь, где намечается с группы рекламной кампании, нет-нет, а это Давиде Никола. Кармен Руссо. Ну и вот, в общем, все такие исходные атаки, территория, да, целая. И можно бить по воротам, удар! Больно так. Но не было, ждал. Но то, что... Удар! Мимо! Ну, ну как не вспомнить двор, да? Говорили. Ну, не похоже на один, на 11-метровый удар. И Джеков промахнулся. Да и как-то он без вдохновения подходил к мячу-то, да? Подача. Удар! Ты прыжка. Если бы чуть повыше выпрыгнул, но Салах набегал на этот мяч. Мне даже выбегал из-за спины. Ему надо было смягчить полет этого мяча, но не... Стропман! Угловой удар будет. Стропман. Нейнгалан. Удар и гол. Нашел все-таки вот эту щель, куда надо протолкнуть мяч. Раджа Нейнгалан. Казалось бы, так просто ему было забить, да, но он же все-таки, смотрите, какую паузу держал. И глядя на мяч, он видел и опорную ногу защитника. И мимо этой ноги точно в уголок послал. Не надо и сильно бить, оказывается. Но, правда, ему позволили вот в штрафной. Салах! По Джеко. Джеко удар! Не побежать. Пас Джеко. Джеко! И вот Джеко, как он действует. Видите, левой ногой. И мой Рома впереди. Удар! Не бьет с левой ноги почему-то. Пас вдоль ворот и... Офсайд! Ох, крас! Такой гол! Еще удар! Ох, какой удар мощнейший был! Ну, какой удар, да, мяч? Пас за спину! Салах! Пас вдоль ворот и Джеко! Вот эта связка! Почти золотая! Немало голов забил. Немало голов забил с передач Салаха Джеку. Но здесь выложил как на блюдечке. Это 18-й мяч в чемпионате, забитый Джеку.